Над монографией автор трудился почти 40 лет. В книге обобщен опыт сравнительных исследований традиционной музыки народов Волго-Уральского региона. Была проделана огромная работа. На конкретных примерах искусствовед объяснил общность музыкально-поэтического фольклора разных народов Поволжья. Чувашская народная музыка имеет удивительную, попросту говоря, структуру, формы, лады, ритмы. Я просто погрузился вот в этот мир, увлекся. А потом смотришь те закономерности, которые видны в чувашской песне. И в татарской есть, и в марийской, и в удмуртской. Вот интересно, что среди нас окружающих народов вот эти четыре народа прямо-таки представляют некое единство. Я это назвал «Волго-Уральская музыкальная цивилизация». Труды Михаила Кондратьева отличает особая тщательность, скрупулезность в подборе материала. Он детально разбирает музыкальные произведения, находя в них народные образы и символы, сохраняя тем самым для потомков фольклорное творчество. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика.